Да, друзья, потрясающая площадь красоты, да? Вообще, очень красивая площадь, да? Не, потрясающая площадь просто. Друзья, одна из самых красивейших площадей мира, я бы сказал. Ну, брюссельская только, может быть. Но это лично мое мнение, те из тех площадей, которых я видел. Красивейшая площадь. Шикарно, все с таким вкусом. Да, очень красиво со всех сторон.
Эта площадь окружена резными воротами. Зрелище просто потрясающее, друзья, скажу. Искусство ковки. Посмотрите, какие балконы кованые, фонари. Ну, это просто действительно творение мастеров высокого уровня. По бокам фонтаны красивейшие. Вот я вам говорил как раз вот про это. Станислав, польский император в изгнании, 1757-1766 год. Вот это все благодаря ему такая площадь. Друзья, конечно, и не обходится без вот этих вещей. Потому что, конечно, трагичные события. Ушла королева Англии, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Очень много регалий. Уходит эпоха. Да, королева, которая еще была королевой при Черчилле. Огромное количество премьер-министров прошло через нее. Настоящая королева. Ну и с ней, конечно, уходит эпоха. Ну вот французы дань уважения ей на этой площади. Установили такое небольшое памятные вещи. Thank you.
Thank you.
Интересно смотрится, да, на фоне новых домов. Старый храм. Своеобразно.
Thank you.
Да, действительно, горгульи разные. Спасибо.